без срока давности дела или деяния, перед вселенной все открыться им. Налево или вправо нас потянут, там вечный дом, а здесь мы лишь гостим. Толкуют, рукописи вроде не горят, но сколько их допросы поглотили, палач сжигал и сокрушал подряд, не баржу, может, тысячи флотилий. Без срока давности, но где же те архивы, запасники музеев тайных фондов? В них ценят иногда овец паршивых, сотлевший окажется вдруг годным. Ничто нигде никак не исчезает. Лишь позже разберу у фразы этой тайну. Да это же о буковках Писания, когда последний страшный суд настанет. Судимы будут все до мелюзги, шантаж и подкуп там неприменимы. Пожаты стернем святые колоски, дела, слова и мысли, как на снимках. Без срока давности, что сохранить хочу, что тиражирую, ценю и улучшаю. Что внукам дать не стыдно нам ничуть, дела, что в совести не будут палачами. В чем покаяние возвысило над прошлым? Раскаялся, оплакал и развеял. Потом святое собирал по крошке, хлеб разносил и не считал за бремя. Без срока давности зарубцевались раны за правду и за истину Христову. Разрушенные прежде храмы там воспрянут, без антиминцев будут там престолы. Срок кончится, и времени не будет. По исторической вечность наступила. Пока базар шумит, идет продажа-купля, о масле позаботиться, о ладане в кадиле. 9 ноября 2006 года.